В Солнечень Единицкого района появилась новая летняя эстрада. Проект реализован совместными усилиями местных властей и партии ШОР. Теперь у жителей села появилось еще одно место для отдыха, где они смогут собираться вместе со своими близкими и наслаждаться различными культурными мероприятиями, которые готовит Приморье. Жители села Столничены приветствуют инвестиции в инфраструктуру населенного пункта. По их словам, это добавляет уверенности в завтрашнем дне. Где мы сможем веселиться, проводить праздники, мы довольны. Мы очень довольны. Дуже красиво сделали. Очень спасибо им за все. Чтобы дальше так развивалась наша структура села, ну, очень впечатлительно. Примар Столничен Сергей Лупашко заявил, что эстрада будет использоваться для проведения культурно-развлекательных мероприятий. Более 30 лет со дня распада СССР в нашем селе не было построено ничего. Сегодня в нашем селе состоится открытие летней эстрады, которая состоит из площадки более 350 квадратных метров тротуарной плитки, 10 прекрасных скамеек, 5 урн, более 200 ламп, которые будут освещать эту летнюю эстраду, и озеленение, и благоустройство этой площадки. Проект реализован при поддержке партии ШОР. Обратите внимание, как много людей. Люди соскучились вот по этой культурной жизни страны. Спасибо говорим людям, что в свое время они избрали примара от партии ШОР. Поэтому у них уже третий инфраструктурный проект внедряется в этом селе. И сегодня в этих трудных условиях мы созидаем для людей. Напомним, 2 года назад по инициативе депутата Илона Шора в Столниченах была построена детская игровая площадка. В настоящее время реализуется проект, направленный на обеспечение населенного пункта питьевой водой.